Снова дольщики у дверей регионального правительства. Ивановцы, на этапе строительства купившие квартиры в доме по адресу Зверева, 22, в среду организовали одиночный пикет. Цель – привлечь внимание губернатора к своей проблеме. Деньги вложены, квартиры нет. В прошлом году дом должны были сдать, но строительство остановилось. Записаться к Павлу Конькову на личный прием дольщики не смогли и попытались таким образом достучаться до властей. Чтобы достроили первую секцию. А мы даже не вошли в план достроек. Мень приезжал, там какие-то объекты вошли в план достройки. А мы даже не включены в план достройки.